Здравствуйте. Итак, прошло у нас 3 дня. Сеяла я семена 15 числа, сегодня у нас 18 число. Что мы имеем? Смотрим, вот у нас проросло, явно проросло 3 семени. И как раз, к моему большому удивлению, вот эта семечка, которое я нечаянно надкусила, оно у нас первым проросло, вот, можно увидеть, оно проросло первым, я просто, видимо, ну, мне повезло, я скусила только кончики семядолей и не задела внутренний зачаточек, этот зародыш семени, вот, еще 2 начали проклевываться, и 2, ну, вот этот еще как-то подает надежды, возможно, он будет немножко позже. А вот этот вот, скорее всего, это все, потому что черненький. Ну, я еще дам ему шанс, пускай полежит. Посмотрим, что будет. Водичку я эти все 3 дня меняла утром и вечером, 2 раза в день. Первый раз для посева я брала просто отстойную воду, я об этом говорила в первом видео. А меняла я, вымывала мисочку, аккуратно вынимала семена, вымывала мисочку и добавляла половину простой отстойной воды и половину, что-то мне так захотелось, у меня была дождевая собранная вода, чистая, потому что есть водичка, которая желтоватая, либо зеленоватая, зацвевшая. Но у меня как раз были вот в канистрах, тут много у меня комнатных растений, я собираю дождевую воду, тут как раз у меня была чистая такая прозрачная водичка дождевая. Вот я напополам с обычной отстойной водопроводной меняла. Уровень воды наливаю небольшой. Вот. Просмотрела эти все рекомендации в интернете по поводу уровня воды для лотоса. Как раз говорят, что воды должно быть ровно столько, чтобы самый коротенький листик, вот когда уже отрастут, я надеюсь, что дальше у меня мои растения будут развиваться, обязательно сниму продолжение, чтобы самый коротенький, вот на короткой еще ножке этот листик доставал до поверхности воды, то есть уровень воды для лотоса должен быть небольшой. Те, кто ставят его на глубину сантиметров 40, там 30, как правило, ну, это пока еще не из моего личного опыта, но вот говорят люди, которые уже разводили лотос, говорят, что это ошибочно, потому что листики, которые вовремя не находят выход к поверхности, а у лотоса, как мы всегда видим на картинках, на видео, да, листья в основном вот над водой колышутся ветром, вот цветоносы выходят над воду, именно не как у нимфей до поверхности воды, а именно над водой. И вот те листики, которые вовремя не находят поверхности воды, не находят выхода, они очень часто загнивают. Поэтому вот рекомендуют, чтобы уровень воды был низенький. Ну вот у семени, которая была, на которой я поначалу уже махнула рукой, я его прямо на видео скусила лишнее, повредила, но вот у него как раз выходит уже вот над листичек выходит самый длинненький, вот там уже даже можно видеть, что там уже есть сам листик. Вот он будет выходить, как раз достанет скоро до поверхности воды. Смотрела я видео часто, что при раскрывании семян появляются корни, но я пока вижу, что это листики. То есть показывают сначала обилие корней, а потом уже выход листа. Но я вижу, что у меня вот выходит листик. Семечко так раскололось. Вот. Посмотрим, что будет дальше, что будет с этими двумя не проклюнувшимися семенами, ну и расскажу судьбу этих растений в дальнейшем. Спасибо за просмотр.